Медитация на точку – это базовая практика для очистки своего сознания. Это практика для наработки концентрации. Это практика, которая очень полезна для глаз. Это йоговская практика, которая называется тратак. Смысл практики в том, что вы непрерывно созерцаете один объект. Это либо черная, либо белая точка. Это либо пламя свечи, либо восходящее или заходящее солнце. Последний вариант наиболее желателен. Но лучшие для этого условия – это как раз море. Потому что интенсивность свечения солнца, она самая оптимальная.